Английские времена, часть 7. Мы с вами продолжаем изучать время present simple и поговорим про to be отрицание. Отрицание с to be. На самом деле все очень просто. Мы с вами говорили, что если у нас I, то мы употребляем am. For example, I am here. Я здесь. Если we, you, they, то мы употребляем are. Получается, we are here. Мы здесь, you are here, ты здесь, they are here, они здесь. Если he, she, it, то мы, соответственно, употребляем is. И получается, he is here, он здесь, she is here, она здесь, it is here, это здесь. Как сказать отрицание? Но иногда употребляют полную форму, просто добавляют not. Oh, sorry. Let's get it back. Давайте это вернем назад. Обычно употребляют полную форму и просто добавляют not. Получается, I am not. I am not here. We are not here. You are not here. They are not here. He is not here. She is not here. It is not here. Но на практике обычно мы употребляем краткую форму глагола to be. А именно... Пишется она с апострофом. I'm not here. Я не здесь. I'm not here. We aren't here. Мы не здесь. We aren't here. You aren't here. They aren't here. He isn't here. Он не здесь. She isn't here. It isn't here. То есть просто нужно добавить not, и ничего сложного нет. Давайте с вами посмотрим дополнительные примеры, которые мы с вами можем привести. Итак, продолжаем. Let's go on. I'm not. I'm not. Я не дома. I'm not at home. I'm not at home. Далее. We aren't in the street. Мы не на улице. We aren't in the street. You aren't happy. Ты несчастлив. You aren't happy. You aren't happy. Далее. They aren't with us. Они не с нами. They aren't with us. И пример с he, she, it. He isn't a lazy student. Он не ленивый студент. He isn't a lazy student. She isn't. She isn't at school. Это не в школе. Она не в школе. Я же думаю про следующий пример. She isn't at school и it. It isn't in the garden. Это не в саду. It isn't in the garden. She isn't at school. It isn't in the garden. Окей, давайте проверим и посмотрим дополнительные примеры. I'm not at home. We aren't in the street. You aren't happy. They aren't with us. He isn't a lazy student. He's hardworking. Он трудолюбивый. She isn't at school. It isn't in the garden.